Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay, первый сервер. Мой не Кирилл Путбул Ови, я сегодня играю со своего линка, и как вы догадались по названию ролика, сегодня мы будем идти в казино. Не знаю, сольем мы или выиграем, конечно же хочется выиграть, а не слить. Ну, по количеству машин видно то, что в казино есть люди, и сейчас мы пойдем поиграем. У меня сейчас миллион, но я сейчас иду в казино, там вход стоит 5000, поэтому я думаю меньше будет, но попробуем сегодня поднять хотя бы 1,5 миллионов, попробуем поднять, не знаю, получится у нас это или нет, но надеюсь получится. Я уже много раз играл в казино, в принципе. Так, я пришел, пацаны, и вам пизда. Так, дайс, да, дайс 105. Давайте полтинник сразу кинем. А, дайс. Спасибо. Передай привет. Максим Корлеоне, привет тебе. Влад, привет тебе. Джерри Домино, привет тебе. Это подписчик Альберт Корлеоне, привет тебе. Так, я выиграл. Нормально так пришли, мне накидали денег. Так. Полтинник ему кинул. Проиграли полтинник. Давайте сотку сразу ему кидаем. Сразу соточку ему кидаем. Снимаешь, да. Давайте 200 кинем. Не хочет играть, скотина. Ну ладно. Какой-то долбоёб стоит передо мной, но это мне похер. Отказывается, блин. А с кем поиграть-то? Печально, печально. Так. По чуть-чуть выигрывали. Выигрывали. Да не выиграли. Еще раз выиграли. Мы уже слили, в принципе, приличную сумму денег. Нам нужно хотя бы, давайте ему полтинник кинем. 105. Вот мы, в принципе, проиграли. Можно 200 кинуть. Сейчас потихонечку будем подниматься, либо потихонечку сливать. В принципе, надежды на казино нету, как бы. Это рандом. Поэтому как-то будет у нас непонятно. Отказался. Ну, в принципе, да. Кроме этого чувака, нам не с кем как бы играть особо. Вот в чем прикол. Там никого нету. Ладно. Давайте сотку кинем. И есть. В жопе шерсть. Так. Теперь будем по полтиннику идти. Так, проиграл я. Есть, поднял. Альберт. Нормалек. Проиграл, ничего страшного. Потихонечку так идти будем. Может быть, что-то и поднимем. Так, 7000. Давайте полтинник кинем. 105. Уже есть предложение, окей. Окей, сейчас полтинник зарядим. Я пока что не в минусе. Пиздос. Давайте ему кинем на 500 тысяч. Отказался, сука. Вот это скотина, конечно, четкая, блядь. Люблю таких крыс, конечно. Вообще не люблю. Так. Пиздос. 200 тысяч проебал. Я прям в шоке, конечно.
Ничья. Есть. Есть. Так, надо вернуть свои бабки. Пиздос, я проебал, прикиньте. Вот это я, конечно, влип. Пиздец. Отказался, бля. Тупо все бабки слил, реально. Я реально в шоке просто. Я просто в шоке. От происходящего. Я реально просто охреневший. Бля, пизда. Я в шоке просто. Как хочешь. Так. Пиздец. Конечно. Зачем? Так, зачем? Лол. Так. Не. Так. Спасибо большое. Блин, чувак не возвращает мои деньги. Реально большое ему спасибо. Большое спасибо от души. Большое спасибо. Вообще от души чуваку, блин, вернул мне бабки. Сейчас, блядь, зарубимся. Сейчас, если проебу все, то пиздец. 105-й. Отказался, бля. Чё? Он говорил? Давай. Отказывается, сучка. Да, конечно, я пиздобол. Самолет нахуй. Так. Давайте чуваку дадим сейчас. Кинем по 200. Ну. Господи. Да. Это только я могу так проебать все бабки. Давайте сотни кинем, ладно. Чё он боится, блядь? Он вырвал у меня 500 тысяч, сука. Ублюдок. Так. И отдай мне сыграть. Есть. Так, тихо. А у него кейса уже нету. Лол. У него уже кейса нету. 5000. Льёшь. Так. 5000. Пока я тащу, блин, обратно. Поднимаю свои бабосики. Так, давайте, блин. Ну это на самом деле жестко. Обстановочка такая жесткая. Так. Дай 105. Давайте под 100 тысяч сыграем. Есть. Полтинник уже есть. Это хорошо. Это даже очень хорошо. Блин, если не подписчик, ему большое спасибо, то что мне помог. Ничья. Так, блин, не хочу даже с подписчиком-то играть.
Так. Неадекваты всякие тут у нас попадаются, но это нормально. А, ничья. Полтинник. Есть, я затащил. Сука, педрила. Отказывается. Вот, сука, вот не люблю таких крыс. Так. Отказывается, сука, ублюдок. Так. Если подписчик попросит ему вернуть его деньги, то я, в принципе, верну. 5000. По-любому этот ублюдок, блядь, сидит, когда я выиграю, и кидает потом мне ставки. Блядь, сука, я слил. Ладно. Сейчас кинем 105-му. Отказывается, вот сука. 500 тысяч слил, лол. Ничья. А-ля-ля-ля-ля. Не везет что-то нам на ставки сегодня. Вообще. Нас тысяч проебал, на. Сука. Вот это пиздос. Ничья. Походу я все-таки проебал все свои бабки. Ну это казино в принципе, блять, это ожидаемо. Сюда приходят поэтому, чтобы проебать все бабки. Десять тысяч. Лол. Подписчик обратно мне деньги возвращает. Спасибо большое. Так. 5000, спасибо, давай. Блин, надо хоть поднять. Блин, лям, тупо проебал лям. Ну, считаешь лям. Когда заходил, было меньше, конечно. Но все же. Кому бы на полтинник кидануть? Так. Да заебали нахуй. Блять, никому, никого кейса даже нет. Бля, ладно. 113. А, нет у него столько денег. 57, 50 тысяч. В смысле? А. Девяносто четвертый. Полтинник. Отказался. 15000. Ну давай по 15 поиграем. Чё? Без проблем. Админ, ты пэхнулся. Константин. На, еще раз. Так, сотка уже есть, это уже хорошо. Это уже хорошо. Так, 20 тысяч проебал, окей. Окей. Ничья. Ничья, окей. Ничья. Бля, ну так бесполезно играть, конечно. Да уж. Жизнь – боль. Сто тысяч, блин, проебал, пиздец. Ну, блин, казино есть казино, в принципе. Я ожидал этого, на самом деле. Потому что мне столько раз везло, но в этот раз, думаю, мне хуй бы повезло. Максим. Пизда, Ивановна. А, не.
вернули свои бабосики. Немного вернули. Но все равно проебали дохуя денег. Все равно проебали дохуя денег. Проебу сейчас, да. Проебу. Спасибо нахуй. Тетя Люся, сука. Я думаю, можно, в принципе, заканчивать уже. Да. Потому что я слил уже все бабки, на самом деле. Ну, вы сами видите, 63 тысячи осталось. Ну, маловато. Маловато, но... Слил так слил, в принципе. Я же говорю, это рандом. Тут ничего такого нету. Я как бы не крысил, ничего, ебать. Кидал подряд всем. Поэтому... Как-то так. Что? Серия. Да. Слила 1 миллион. Передай привет, Дмитрий Каспер. Привет тебе. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на CRI. Ждите новых серий. Всем пока-пока. I was from the north.